На кого ты нас покинул? На палатки и мешки, мол, на соседа зад закинув, дрыхнуть на сырой земле, на костры и запах дыма из волос невыводимый, фестиваль руководимый Широсом навеселе, стариками с параноей, взяв вино и все спиртное, слушать солнышко лесное дни и ночи напролет. Чем мочиться в том сортире, лучше сделать харакири. Плачем громче, чем Сакирыч на гитаре песнь орет. Вдалеке от цивилизации, без воды и канализации, остается лишь нализаться и позабыться. Как страшный сон, так со слета на слет скитаться, ни на лыжах не покататься, ни на жопе. И святотатство негде там зарядить айфон. Как прикажете веселиться? Вместо Facebook родные лица. Благо там есть где утопиться, все же лучше, чем грязь месить. Отпеваемый всеми нами величайшими именами, Змей Горынычами, Фоминами, твой уход не забыть, не простить. Пусть земля тебе будет пухом, мы ж не знали ни слом, ни духом, ни душком, не вели и ухом, в чем же горе теперь топить? Мы ж едали с тобой пуд соли от курящих братков в коридоре до пожаров и даже боли на концертах запретов пить. Ладно, чё это я? Мы ж не прощаемся. Раз из года мы в год возвращаемся, умираем и вновь воплощаемся, будем множество лет громыхать. Мы ж духовно раскрепощаемся, на высокие темы общаемся и культурно обогащаемся, а не так собрались побухать. Это для вас выступала Аллочка. Аллочка, спасибо тебе большое. Замечательно. Вы понимаете, что мы Широса завоевываем первое место? Если вы хотите быть первым в жизни Широса, обязательно организуйте выпрыгивающего из торта или гитары карлика, и он полюбит вас сразу. Даже не услышал он это хорошо, не будет ожидать. Я включу. Можно я уже включу свет? Да? Я не могу видеть ваши лица и начинаю волноваться, что вы спите. Хотя, как можно сказать, такое время. Ну что ж, вам понравились выступления? Вы рады, что вам не нужно быть в жюри и решать, кто лучше? Я реально не завидую никому. Значит, тут есть несколько моментов. Дело в том, что когда прозвучали первые несколько выступлений, здесь еще практически никого не было. Я хочу сделать следующую вещь. Здесь были все члены жюри, и они, в принципе, могут принять решение без повтора каких-либо конкурсов. Я хочу, чтобы они это сделали и выдали во мне на ушко каждый. После этого я бы хотел попросить еще раз прочитать стих вот того, кто выступил первым, и того, кто выступил вторым, просто потому что никого не было еще, половины людей в зале не было. А стихи были хорошие, независимо от того, выиграют они или не выиграют, а просто чтобы вы... Тут все выступления заслуживают отдельного выигрыша, просто нету столько коньяка. Широс, иди ложись. Так. Широс! Что происходит? Пускай я положу подушу. Не, погодите, нет. Сначала я хочу, чтобы жюри приняло какие-то решения и выдали мне ответы, чтобы решение конкурса не зависело от этих выступлений. Иначе это будет нечестно, я думаю.
Поэтому, значит, я вот сейчас... И тут еще одна вещь, я в какой-то момент должен сгонять за коньяком, который лежит в номере. Да это мы устроим сейчас. Хорошо? Так. О. Я не могу... А, ты мне должен на ухо сказать результат, и потом...